Приветствую подписчики и тех, кто попал на мой канал. Мы играем Готика Ночь Ворона. Без всяких модов. Версия 1.0. Поэтому никаких хранителей, никаких дополнительных локаций нету. Так что как-то так. Будем идти на прорыв. Так, что у нас? У нас поставщик оружия бандитам. Замена для Лариса. Информация так. Ну, давайте посмотрим. Скажи мне, что это так. Эй! Так. Конечно, обокрас. Как идут? Не сказать, чтобы заключенные добывали руду в шахтах. А на обратном пути они доставляли пищу. Но сейчас мы отрезаны от материка. Так, ты продаешь. Так, зачем сейчас зарабатываешь на жизнь? И чем ты сейчас зарабатываешь на жизнь? Ничем. Сейчас я живу только за счет накопленного ранее. Да сейчас. Ты продаешь оружие бандитам. Почему это ты так решил? На списке проданных товаров, которые я нашел у бандитов, стоит твоя подпись. На мечах, которые были у бандитов, стоят твои инициалы. Теперь тебе не отвертеться. Я тебя раскрыл. Я не хотел этого делать. Сначала я продавал им только еду. Дела у меня шли, неважно. И это было для меня единственным выходом. Но потом бандиты стали агрессивными. Даже угрожали убить меня. И ты не можешь обвинять меня. Я всего лишь жертва обстоятельств. Два раза. Так. Вот так давай. Сколько ты мне заплатишь, если я тебя отпущу? Дела у меня и тут не важно. Много я заплатить не смогу. Скажем, 200 золотых. Этого должно хватить. Ну давай, согласен. Хорошо. Вот золото и кольцо. Мы в расчете. Так. Так, поставщик оружия бандитам. Так, признал, что так, поставлял оружие бандитам. Но пока я его не буду сдавать. Мало ли, зачем он мне может пригодиться. Все-таки давно. Есть. Много я видел. Мне стоит. Так, ладно. Кто ты, горожанин? Пабло. Такая хрень. Шушера. Идем. Блин, мне все равно туда надо будет идти когда-то. Так, ты. Лютера. Это все-таки мой опыт. Покажи мне свои товары. Покажи. Так. Двойные блоки, так. Ух ты, ну давай, вот это возьму. Вот это возьму. Что, уголь возьму. Ну, святую воду. Арфа, хрен его знает, зачем она мне может понадобиться. Что это такое? Вау, зелье ускорения, ну вот это надо. Так, зелье забвения, сон. Возьму. Все. Горожанин. Рабочий. Так, тебе что-то надо? Так, для начала кража, естественно. Покажи. Я у тебя все возьму. Я отдам тебе меч ордена. Убийца орков. Так. Тяжелый, это потом. Вот, ржавый топор, вообще все отдам. Давай, чтобы у тебя товар не переводился. Я не знаю, где его так отделали. Ну что ж. А, кстати, подождите. Дайте я сохраню. И. Почему они не слушают меня? Но Ада нас увидел, что так. Порядок и хаос. Смотрим, есть здесь что-нибудь заложено, закладка. Иносу лишить человека божественно. Ой, да почти. Вылечи нас. Так. Ты млад. Найти кого-нибудь. Это еще не все. Что
чтобы этого Лестера, Лютера, кто он там заместил? Кто его будет замещать-то? У меня есть такая замена для Лареса. Ну давай, может, где-нибудь там. Эй! Так. Если бы я не видела это собственными глазами. Если бы я не видела это. Ладно, я с тобой потом вообще разберусь. Все как-нибудь, будет. Когда-нибудь ты меня так запарил уже. Я ей больше ничего не скажу. Где у меня статуэтка? Кто это сказал? Статуэтка. Я видела это сама. Инесса. Кто-то должен делать это. Вот она. Он почти не отдыхает. Эй, ты! Я слышала другое. Так, это кто же ты? Как это Даррелл? Страшно для него, правда? Так. Бизнес, доказательства, когти, пропавшая статуэтка. Но Даррелл был ограблен. У него пропала ценная статуэтка, которую он должен был поставить в монастырь. Эти гоблины похожи в пещере около таверны и мертвые гарпины. Ну, вот они. Это я точно знаю, что это она. Эй, ты! Я слышала другое. Сейчас давайте посмотрим. Я отдавал ее одной барышне, которая тоже статуэтка нужна была. Потом я у нее, конечно же, украл. Но сейчас мы проверим ее дом. Мало ли. Вдруг в доме. Вдруг в доме у нее там появилась. Так. Обокрасть. Не. Ну и все. Так, нам сюда. Он думает, это так просто. Опа. Мало ли что можем на доме найти. Так, вот этой мы давали статуэтку. Эдда. Так. А у нее здесь. Так. Надеюсь, это хоть твой дом был-то. Тебе не. Эй, ты мне не такой тупой, делать. Как кажешься. Так, ладно. Выходим. Опаньки. Да, а потушеньки. Так. Идем к мертвой гарпи. Так. У этого Валентина есть что? И сюда. Эй! Украсть кошелек, конечно. Я... У тебя есть какой-нибудь? Нет. Ох, я не вынесу, если еще один делит. Покажи. Ну, хрен с ним. Вот так возьму. Все. Давай. Адиос. Сколько не оттягивай. А придется все-таки. Надо еще с орками там повоевать. Но это уже без вас я буду воевать. Кто-то должен делать. Я видела их. Даррелл. Столько ключей с охранника взял, блин. Только пару дверей открыл. Ай-яй-яй. Ну зато с Пэком в прошлое разобрались с этим. Джо, миссия Джо называется. В башню. Пэк он. Гребаный уж. Под конец, ладно, хоть сообразил. Где он может быть, хотя я его нашел там, ну, случайно, конечно. Я не знал, что он там на 100% будет. Потому что, как говорились, солдаты туда не спускаются. Ну, как видите, он спустился. Так. У меня там что, быстрая селедка или что, какой-то напиток взял? Быстрая селедка. Зелье ускорения. Длительность 5 минут. Ни хрена себе. Так, максимальная мани.
Ну ладно. Ладно, сейчас она мне не потребуется пока что. Но я уже буду знать, что могу бегать. Так, орков мы пока не били. Варги для меня пока еще опасны. Так же, как и орки, кстати. И вот мы с кольцом. С ищущим огоньком. Так, кольцо, аквамариновое кольцо, кольцо воды принадлежит мне. Это оберег от магии. Давай. Ничего интересного. Ничего такого. Похуй. Ну и все. Да. Как бывалые люди. Это еще не все. Мне сказали, что в твоей таверне будет встреча. Верно. Она вот-вот должна начаться. Остальные почему-то заняты. Встреча будет сегодня? Да. Насколько я надеюсь, мы начнем не слишком. Опа. Я бы сделал по-другому. Так, давайте сохраню. И... Получай, грязная фальша. Ларес, Ган. Блин, взяли и убили падальщика, который мне принадлежал. Мартин, я даже не помню, кто ты. Честно тебе скажу. Ну, будем смотреть, может, мне что достанется там. Кстати, или нету, если я не ошибся. Подожди минутку. Скажи мне, что это не... Так. Я даже... Я сейчас у тебя со стола все подчищу, чтобы ты здесь не сидел, этого не пировал. Не могу. Никто не... Итак, мой юный друг, меня. Мы собрались здесь, чтобы отпраздновать твое вступление Янка в общество Кольца Воды. Люди, которые сейчас здесь присутствуют, конечно же, здесь не все члены общества. Нам будет известно, как о твоих действиях на благо Кольца. А теперь прими от братства эти, носи их с гордостью. Во. Но никогда не надевай их в городе или каком-либо другом населенном месте. Помни, наши имена должны оставаться в тайне. Болтать о кольце воды запрещено. Это наше главное правило. Вопросы есть? Так, вопросы. Что насчет оружия? Что насчет оружия? Традиционное оружие членов братства кольца – боевой посох. Вот один из наших посохов. Я так и не смог им овладеть. Ну, короче, мне отдал, что не надо. Так, как вы можете помочь мне? Как вы можете помочь мне? Я могу сделать тебя более ловким. Если тебе нужно улучшить свое мастерство ближнего боя, Ган научит тебя правильно разделывать животных. Мартину есть что рассказать тебе о паладинах. Кавалорн может научить тебя красться. У Орлана всегда найдется для тебя теплая комната, а во всем, что касается магии... На Ватраса положиться. Я должен... Прекрасно. Отправляйся к Ватрасу и попроси его дать тебе твое... Братья! Нападение бандитов все еще продолжает. Да сохранит Адена с равновесия. Итак, ты новенький. Сначала ты должен сходить к Ватрасу. Это еще не все. Так, ладно. Приятно видеть среди тебя, хочешь. Добро пожаловать. Ты должен поговорить. Да блин. Это... Ладно. Опять то же самое. Давайте к Ватрасу. Только сейчас подождите. Я теперь знаю, что у меня есть. Ускорение. Вот сейчас я его применю. Подожди. За каким хреном я его применил, если у меня есть более быстрый способ? Давай. Тут же телепорты есть. Пробегаем. Еще чуть-чуть. Опаньки. Прыжок. Прыжок. Сматываемся. Бежим к Ватрасу. Давай.
Москва-Воронеж, хрен догонишь. Единственное, что, мне кажется, он будет разговаривать много. Малтин, где, блин, этот Малтин стоит-то? Давай. Братья кольца послали меня к тебе. Братья кольца послали меня к тебе. Хорошо. Я отправлю тебя через портал, чтобы ты присоединился к... Ты должен выследить бывшего рудного барона Ворона. А мы останемся здесь. Передай это письмо Сатурусу. Да прибудет... Так, насчет так. Я хочу взять пожертвование. Расскажи мне. Все, но перед тем, как мы пойдем, мы же сначала в долину рудников должны сходить. Там прокачаемся хорошенько. Правда? Да. Как интересно. Теперь идем обратным порядком. Прыгаем в портал. Надеюсь, там не разбежались еще люди. А то вот смеху-то будет. Блин, блинский. Так-то смешно, да? Бегаешь. Херака, там все разбежались, и заново все собирай. Блинский. Вот мне эта селедочка-то пригодилась. Смотрите, как мы быстренько все пробежали. Зелье ускорения. Оп. Давай. Тоже вот. Кстати, за магов огня тоже легко так-то попасть. Да вы чё, падлы? Сделай это. В наши дни даже не знаешь, кому верить. Опять то же самое. Ладно, идем обратно тогда. Потом к Ганну зайдем. Раз уж на то пошло. Блин. Я даже не знаю, блин, так... Просто поспрашиваю у них. Мне Ларс так-то нужен. Ларс или кто он там? Опа. Надо было сразу идти туда. Я уверен, что они уже там все телепортированы. Сидят в ус не дуют. Ржут надо мной, что заставили побегать. Да? Если они такие подлючие, такие, господи, личности. Так, Мика. Городская стража. Я всегда это говорил. Так, ты просто ополченец, а где мне тебя найти-то? Не говори об этом никому. Ай-яй-яй-яй-яй. Ладно. Здесь нету никого. Там тоже просто ополченец. Пабло. Нет. Короче, буду так. Эй, давай. Ты! Нет, нифига, смотрите-ка. Все. Ты действительно веришь в это? Это было всегда очевидно. Поищи-ка. Информация. Информации нет. Тебе должно быть жаль этого бедного. О, Джо. Эй, привет! Вот, возьми эти... Ему стоило лучше... Так. Я полностью с тобой согласен. Все. Спасибо. Так, потом зайду еще вниз, у воров заберу этот, дай бог памяти. Да как он называется-то? Куш, короче, закупки. По-моему, не забирал. Точно не могу сказать. Ой, так, там кузнец тоже. И он решил ничего не продаст. Ему стоило сто раз подумать. Ладно, не говори мне. А, в населенных пунктах. Все будет только хуже. Нельзя ты носить. Сказал. Почему-то. Нельзя, нельзя. Ника. Бесполезное существо. Ладно, как я понимаю, тот меня паладинах может рассказать. Вот который был этот охранником-то. Я его хотел найти. Ну ладно, потом. Где-нибудь, да как-нибудь. Опа.
Тысяча рудокопов. Вроде все написано, все, бери что хочешь, раскапывай могилы. Но нет же. Нет, и так, у гоблинов я там уже все прошарил. Не знаю, почему мне надо было просто сразу статуэтку, видимо, отдать. Но я отдал ее другой. Попробую потом как-нибудь закрыть это, конечно, в миссию, чтобы она была пройденной. Ну, сейчас сюда сходим. Мне же там всех надо перевалить, завалить, перерубить. Потому что, если в теории брать, половина игры мы прошли. Хоть это и вторая глава. А где ж ты ходишь-то? Разделать. А, кстати, разделать. Он вроде меня больше ничему научить не может. Блин, двумя путями идти, значит. Один через хреновую кучу орков пробираться. Кстати, я смогу вас побить? Давайте проверим. Сейчас ты получишь. Не-а. Я думал опыт с них взять. Честно. Неубиваемый, значит. Ладно. Мы пойдем другим путем. Да. Пошли, пошли. Так, тут мы всех побили, перебили, сбили. Итак, там говорили, вроде не очень опасно. Это вот по мостику перейти сверху. Но мы же не послушники. Давайте сначала попробуем по низу посмотреть, что там. Орк. Нечего взять. Спокойно. Будем уничтожать вас. И далее пойдем. Да что ты вы? Уйди быстрее! На. Так. Валим. Всех завалили. Так. Смотрим. Давай. Блин, блинский. Как громко, да? Просто валяемся. Конечно, у нас уже утро. Так. Где топоры-то ваши нету? Ну и хрен на ваши топоры. Стоят копейки. Так, кого-то убил, да? Да сейчас, подожди. На. Вот так. О, блин. Поверху-то реально безопасней. Так. Собираем, собираем. Всех их вместе соберем. Так, сохранить надо. Соберем. Так. Опыт получили. Ну
Вот так. Тут в это. А, кстати, в прокачках и в этих. В модах. В дополнениях. Так. Хорошо, я пострадал-то. Пора пить. Хорошо, что у меня зелий хватает. Так, восстановление здоровья нет. Жизни нет. Вот. Будем. Ну, я думаю, хватит. Не помрем. Живы будем, не помрем. Блин, еще есть топором. Топор взял, еще топор один. Ой, я знаю, где я взял, возьму много-много опыта. А? Это у замка. Попал. Вот так. Вот там еще кто-то есть. Блин, блински. Три шамана. Нет. Давай, 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 выбегай сюда. Все. Забрали. Мне кажется, тут специально сделано в том плане, что идти по верху, чтобы я по низу уж точно не мог пробраться. Чтоб не было, конечно, невозможно, чтобы это было пипец трудно, чтоб нехрен здесь ходить. Так. Стой. Руна. Что за руна? Лечение легких ранений. А блин, еще я даже круг ни один не изучен. А руна есть. Какая прелесть. Кто меня будет учить-то? Ну что, все бросятся на перегонки? Я буду тебя учить, да сейчас. Ладно. Метка клада на стене. А, на песке. На карте кто-то. Вот. А я успел сохраниться вроде бы. И ночь. И тишина. Связаны навек. Да, вот такой я певец. Блин, а как мне? Поспать бы где-нибудь. Темно же. А я тут за грибом вот это нагнулся и все. И чувствую, что смотрят на меня подозрительно так, ласковым взглядом. Я говорю, нет, я не такой. И как лук достал, в общем, сделал из него ежика. Ежик. Ни головы, ни ножек, смотрите. Зелье. Что есть? То есть на блин вот так. Давай. С этих нищих даже взять-то нечего. Ладно. Что у нас тут есть? Это вот сюда нас скидывали. И начинается начало первой готики у нас. Ну только вот этого всего не было, потому что нам сюда не зайти было. Тут барьер был.
И вот по этой вот вагонетке нас спускали в купол. Так. Сейчас, минутку, я вот хочу сюда заглянуть, что у нас тут. О, надо было сразу сюда, чтобы потом не возвращаться. Так. Не получается, да, взять? Минутку. Так. Что у нас тут есть? Что у нас тут есть? Непонятно, ладно. С этим мы будем потом разбираться. Блин. Выходим. Я думаю, вон туда наверх подняться. Это, кстати, как один из вариантов, что наверху мало кто может существовать, обитать. И я как бам, как ошибся. Права снайпера. Вот видите. Значит, и он может здесь обитать, снайпер. Куда он от своей... Блин, да что ж такое-то? Куда он от своей травы-то денется? Так. Опа. Блин, знает, куда залезли, короче. Да. Подожди. Вот так вот. Вот видите. Игра все предусмотрела. Я так понимаю, надо было пойти вот сюда куда-нибудь идти. А я там просто нашел какую-то лазейку непредусмотренную. И вот факел, кстати, можно зажечь, но мы не будем этим заниматься. Извращением. Тратить целый факел. Хотя я его вроде как и не пользуюсь особо-то. Кнопка тут вот. Так, это... Соберем. Зачем орку монеты? Вот в теории, то если они показаны здесь как дикие существа, зачем им монеты? Ладно. Не будем задаваться этим вопросом. У нас тут пещера образовалась. В патчах. В этой пещере там. Ну-ка, дай-ка все-таки зажгу лампочку. А зачем мне сгоревший факел? Не знаю зачем. Вот здесь вот в пещере. Опа. Попадаешь, и там, короче, кто-то обитает. Этот какой-то бессмертный или смертный. Не понял. А я куда попал? А, вот куда, вот что за пещера-то. Все, поняли, куда теперь. Че, куда, откуда бежать? Просто по другой пещере, в другую сторону вообще там выбегал. Так, все, мы не идем в эту пещеру. Мы ползем вот сюда наверх. Поползи наверх. Блин, подожди, если это та же самая пещера, нахрен. А над пещерой что, как вы думаете? Пещера. Так. Завалено. Вот, вот в этой пещере, значит. Заходишь там по миссии, какое-то тело там бессмертное потом, которое надо в определенный момент только идти, когда получишь
миссию. Так. Минутку. Это по сюжету? Да, это по ходу дела по сюжету. Драконы напали. Красиво, да? Эпично, феерично. Эх, драконы сейчас так уже не нападают в наше время. Драконы. Они же гигантские вараны, на каком-то острове, кстати, обитают. Ну вот она, власть огня. Ну давайте. Сохраним даже. Так. Вот здесь вот, видите, эти камни завалены. В модах здесь тоже пещера находится. Только я не помню, с чем там. Ну, тоже вроде, если не ошибаюсь, тоже по миссии. С другой стороны, то, что у меня за спиной, он там вот. Видите, дерево, если дальше туда пройти, там тоже пролезть. Тоже. Так, сразу немножко отвлекусь от темы, чтобы вам показать кое-что. Вон там внизу вода. И корабль орков разбитый. Ну, это опять же в моде. А здесь я не помню. Ну, могу прыгнуть, потом загрузиться. Хопа! Хрен, там вода. Не в том месте прыгнул. Значит, там вот напрямки вода будет. Вот этот ручей, потому что уходит в воду. Ну-ка, давай. Я же должен вам показать. Это, так сказать, быстрое перемещение, если вам надо сразу на ту сторону. Там, потому что забор стоит отделенный орками города. И чтобы его обойти, надо далековато идти. Во. Лазейка там, куда-то пробираться. Так скажем. Вау! Вот он, забор. Ну, короче, там где-то вода. Это днем надо прыгать. Смотреть. Никак не ночью. Все, больше я пока прыгать не буду. Хватит. Там. Примеряться надо. Ну, по крайней мере, в первой готике раньше я так передвигался. Прыгал в воду. Издалека. И вон на той стороне можете наблюдать тоже такой переходик. Вот на той стороне тоже в модах зайти надо. Что там, сундук какой-то или что там? Забирать надо. Миссия такая есть. А от рудокопа достается. По-моему, так, если я не ошибаюсь. Нечего так, взять. Никого. Пещеры все забиты. Там ничего нет. Руна. Что за руна на этот раз? А, к проходу. Ну, хоть одна. По-моему, на нее не надо круг магии. Не распространяется. Хоть в чем-то небольшой плюсик есть. Огненная трава. Так. Сюда. Как залезть туда? В патчах залазить туда надо, ну, как сказать, вот так же, как я залазил до этого на пещеру. По обвалившимся вот этим хреням. Оп, залез туда. И там тоже пещерка есть. С миссией вас ожидает. Только есть багнутые такие. Я уж не помню, если вы использовали чит и тому подобное, то вы запаритесь убивать всех этих бессмертных. Она либо бессмертна быть, потому что он сделает множество, с игра зависит, он делает солдатов и делает их так много, что игра просто виснет. Поэтому его надо убивать. Я даже не знаю, как я, даже я его убивал, не помню. Сразу какой-нибудь хрень, нежить там какая-нибудь, убийство нежити, там бам, кровавая муха. Ну да ладно. Вот, кстати, драконий снайпер, еще не знаю, как он, не опасен, нет? Из этого не выйдет ничего хорошего. Вот этот фыркающий зверь, он тот же самый.
Так. Да стойте. Кстати, а что он мне одежду-то дал? Он же мне одежду дал. А... Защита от магии 10. Вот и весь плюс. У меня правила от магии, по-моему, защиты вообще нет никакой. Он меня как хорошо жарил, этот шаман. Ой. Ну, оказывается, да. Хрен завалишь его так просто из лука. Меч паладина. А вот и паладин. Так, святой свет. Магия паладина. Святой свет, это, по-моему, нежить убивает. А что, по стать надо? Это паладином, что ли, стать? Или как? Или... Подожди, вот этот камень тоже неспроста. Видимо, в патчах он убирается. Его, видите, нету. Что я не могу на него потянуться, потому что его в моде-то... Ой, в моде. В реальности-то нету здесь. Кстати, тут больше ничего нет такого. Ладно. Стой. Факел. Огненная трава. Значит, тут какой-то проходик был. Раз у меня он был предусмотрен заранее. Так, что у нас по времени? Время пол третьего ночи, а я шелязю, тоже знает где. Еще и раненый. И кроватки нету, и спать негде. Холодный, голодный, бездомный. Ужас. Бомж. Стой. Факел. Да не факью, а факел. Это разные вещи. Факью. Факел. О. Джерган. Мне сначала прислал джиган. Так, давай сначала кошелек украду. Что ты здесь делаешь? Я пришел из замка. Меня послали поискать пропавших и разведать эту местность. Так. Да, про пропавших. Некоторые сбежали, когда на нас напали драконы. Большинству из них не удалось выжить. Это и неудивительно. Но все же, если кому-то удалось выжить, я должен привести их назад. Как за рога, что ли? Ты можешь помочь мне пробраться? Конечно. Но ты должен оказать мне... Если тебе удастся добраться до замка, поговори с паладином Ориком. Скажи ему, что его брат погиб здесь. Давай, как мне попасть в замок? Прежде всего, забудь о прямой дороге. Но если ты обойдешь замок с другой стороны, возможно, у тебя будет шанс. Тебе лучше держаться подальше от дорог. Орки установили таран за замком. Вот ты можешь сделать так. Подкрасться к оркам как можно ближе, а затем у тебя может получиться, если ты достаточно быстр. Достаточно. Что мне нужно знать об этом? Если ты хочешь выжить, эти зеленокожие твари взяли замок в кольцо. Вся долина рудников кишит орками. Короче, беда тут. Ладно. Для них тоже беда настала. Я же пришел. Так, подождите, давайте сохранюсь немножко и вот к животным пойду. На. И опа. И забрался. Вы думали, в сказку попали. Нет, ошибаетесь. Теперь я буду здесь править. Видите, я пока всех уничтожил, кто мне попался. Блин, а мне еще горно, кстати, здесь это... Есть такая миссия, альманах, по-моему, называется, или как. Первая находится альманах в подземелье, вот прямо если идти, там будет башня. Второй, если я не ошибаюсь, там смотреть надо по подсказкам. Ну, в общем, один будет прямо вот здесь вот это, лежать у дерева, вот здесь вот книжечка. Они появляются по порядку, вы не сможете их собрать в беспорядочной связи. А потом уже последний альманах, придете там, где брали первый альманах. И возьмете одежду, как... Не называемый, по-моему, или какой неизвестный называется миссия.
Вот. Так что смотрите. Ну. Все. Поугрожал и хватит. Нечего взять. Нечего взять. Нечего взять. Нечего брать. Нечего брать. Из этого не выйдет ничего хорошего. Так. Вот так. Блин, мне сколько надо будет стрел-то потратить, чтобы этих завалить орков. Ладно, у меня их несколько тысяч, но, блин, я огненный шторм для них приготовил, всякие там эти молнии, чтоб хренакать в них. Давай. Так. Потом остальные. Из этого. Так, вот те, которые на том берегу, они потом. Там вон орки стоят просто. Сначала надо будет их извести сколько-то. Так. Лодку. Идем. Здесь мы почистили. Обезопасили. Теперь смотрите, есть такой небольшой мини-квест тоже. Это опять же, не знаю, здесь у меня будет, нет. Но вот в патчах он есть. В общем, вот в этом островке есть пещера. И там тоже всякие хрени бывают по заданию. Вот смотрите, пещерка есть. Сфера какая-то находится. Если я не ошибаюсь. Так. Давай, 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 давай. Свиток. Лечебное растение. Кожаный кошелек. Ну. Опа. И выплываем. Два выхода. Можно там поднырнуть, можно обратно здесь выплыть. Мы обратно здесь выплываем. Потому что нам надо зачистить островок. Ведь я кровожадный. Я беспощадный. Кстати, орков тоже можно вот выманивать. Они сюда пойдут. Главное, чтобы шамана с ними не было. Шаман прибежит, и все, и вам кобзда. Ну-ка, давайте попробуем. Они плавать-то могут? Да беги! Блин, понятно теперь, почему? Шамана я боюсь. Сначала шаман, потом эти. Хотя да, по идее так-то. Да куда ты? Нет. Беги. Тихо. Вот так. Еще. Остался там орк-шаман. Если он, конечно, не побежал в окружную.
На. Так. Раз. 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 Вот и все. Шамана одного вывели из строя. Так что? Хоп. Будет уже легче. Ой. На. Так, ладно. Сорняки. Сорняки хоть? Сорняки. Идем. Блин, близкий. Вот так. Так. Сюда идем. Сюда. Еще рудокопов. Ой, у меня, смотрите, от жизни-то нету ни хрена. Нечего взять. На честном слове держусь. Ой, поспать бы мне. Ой, кроватку бы. Ай-яй-яй-яй. Честное слово. Так, ну-ка давай-ка под шамане маленько тогда. Жизни бутыльками. Давай, вот этих у меня. Хватает. Ну-ка, чё у меня за стрелы-то? А, огненные стрелы. Целых 20 штук. Ух, насобирал где-то, кстати. Ладно. Вот один из мертвых. Дэн. На. Нормально. Будем опустошать. Так. А только единственное, что вы с орками как? Вы в порядке друг? Если они дружат, то мне конец. Потому что такой стаи тоже хрен отобьешься. Пока в одного стреляешь, второй бежит. А им хрен или один-два куся и все. Угу. Так, и как вы предлагали, чтобы я здесь бегал вообще первоначально-то? Сейчас я приду, подожди. Блин. А в первой готике я их запаривался бить. Лево-право, лево-право. Они это все так слабее-слабее так. Но я как понимаю, с уровнем с моим, это где-то само там что-то меняется, чтобы я стал немножко сильнее, и они стали чуточку слабее, чтобы я сразу на первом этапе-то их не перебил всех. Хоть он у меня и подломлен, конечно, как вы видели. Но все-таки они бессмертны, и сильно-то я уж не злоупотребляю. Вот. Ну, блин. Вот она. Лагерь орков стоит. Что мне делать с вами? Так. Стой.
Йорк шаман. Это, кстати, шаманов здесь много. Орочий лагерь. Где кто? Кабаняки. Мясо. Когда я вижу кабана, я сразу мясо, как этот обеликс. Стойка. Будем его жрать. Молодец, что прибежал, выбежал. Побольше бы таких сознательных. Так. Кто здесь? Кварк! Да стой! Успел. Блин, я думал, мне конец. Потому что варгов я боюсь. Так. Все? Кто охраняли? Блин, блинский. Что такое охраняли? Было ополчение кого-то. А, это Беляр, это алтарь Беляра. Нет, мы ему не молились. Хрен знает, что он нас оживет. Так, они наверху. Так, это уже третья статуэтка Беляра, которую мы видели. В патчах еще есть одна статуэтка Беляра. Она находится у мага-некроманта, который находится в башне. Ну, там задача, задание от Ксардоса. Так, идем. Ударил меня? Вроде нет. Не успел. Грибочки. Так. Посмотрите, какую полянку-то расчистил-то. Спасибо, что сам пришел. Так. Посмотрим, кто тут. Варк. Так. Так, там орки ходят. Кольцо какое-то, свиток. Пойдем. Пару орков убьем. Ой. Убьем, как бы нас сейчас не убили. На. Два. Три. Ну, кстати, смотрите, собрал, даже не слазил. Давай. И что у нас здесь? Травка. Травка. Пойдем. Укусил.
Так, у меня где-то были призывы гоблин, это всякая хрень такая. Вот он. Ага, сейчас. Так. Ого, блин, погиб смертью храбрых, как я понял. Так. Блин, вас здесь четверо. Так, надо попить. Так. Теперь. Залезть как можно выше. Да тихо вы. Надеюсь, вы там хорошо застряли. Да тихо. Успел. Вот так. Давай. Все, все, все собрал. Все, все. Какой я молодец. А что здесь они вообще делали-то? Это просто для прокачки? Или где-то они к миссии относились? А то один раз, вон эти, было по охота на ящеров, а я их перебил. Я не знаю, была ли у меня в оригинале эта охота, миссия. Так. На. Вот так. Блин. Пойдем, пойдем. Только ты не говоришь, что там помер сзади меня уже. Иди-ка ты нахрен какой-то, блин. Бесполезный скелет. Хотя, какой бесполезный эти бы рептилии так-то меня съели бы, может быть. Чавкали. Так. И у нас остается вот пещера. Давайте зайдем в пещеру. Так. Так. Кто у нас в пещере? Никого? Блин. Ладно. И что у нас остается? Это я даже в расчет не беру. Еще одна тварь. Там ничего нет. Давай. Получай, грязная тварь. Вау, смотрите, эти тащутся. Но этих-то я точно знаю, как валить. Эти с первого удара валятся. Хотя их в основном... рыцарем выманиваешь, и там они потом эти паладины хреначат их. Так,
Потом сюда. Все. Всех побил. Так, еще один лагерь. Но подождите, перед тем, как туда идти, мне одна миссия есть. Опа, сфера бывает вот тут, под водопадом. Все. Угроза была устранена. Вот здесь вот бывает эта сфера, либо этот, кто? Камень этот грёбаный. Обеликс, обелиск. Кто он там? Так, это мы все возьмем. И здесь возьмем. Там кто-то дерется, кто-то с кем-то, что-то что ли. Так. Сюда я пока не пойду. Я только до паладинов дошел. У меня по времени ничего. Могу поспать до обеда. Вон там, кстати, проход завален тоже. Обещали в ремастере первой открыть проход этот. Только куда он приведет, не знаю. Так. Рыцарь-то рыцарь. Так, ну говорить я пока тоже вроде как ничего не умею. А в патчах там всякие супы можно варить. Ну, естественно, какой суп прокачаешь, что ты будешь варить. Вот так. Давай-ка сюда. Ага. Нет, не так. Когти. Крылья, кость гоблина. Молитва. Так, а здесь за ней ничего нету. Ага, ничего нет. Вот кошелек и свиток, пожалуйста. Так. Блин. Ну ладно, я вас спас, я вам тут все помог. Пойдемте теперь с рабочими разговаривать. Небольшая штучка. Пиво заберу. Так, каторжник, вот он. Гримс нас интересует, вот у него миссия. Эй, ты! Ты! Кто бы мог подумать, что мы опять свидимся? Похоже, мы оба умеем выживать. Так, во-первых... Обокрась. Ты хочешь покинуть долину? Нет, я лучше продолжу добывать руду. Я не позволю каким-то оркам остановить меня. Как тогда, когда мы работали в старой шахте? Но это старая история. Это старая история, да. Как твоя работа? Как твоя работа? Эта скала ужасно твердая. Ладно. Здесь, как я вижу, миссии нету. У него. Ну или, по крайней мере, не сейчас она дала он ее нам. Да-да-да-да. Зелье. Свиток. Сундук. Так. Статуэтка Иноса. Статуэтка, статуэтка. Статуэтка Иноса. Где? Получай, грязная тварь. Блин, забрал мой опыт. Получай, грязная не тварь. Не надо, это вообще-то все мое. Не смей их трогать. Так.
Блин. Пришли, пока меня не было, да? Так. Гоблин. Да мне даже грабить-то вас. Совестно. Что у вас такого может быть? Так, здесь все заморожено, и проход тоже заморожен. Там у нас ледяной дракон, ну об этом мы чуть позже. Ух ты, охотник на драконов. Нет? А, нет, оруженосец. Подождите, где-то тут же они должны обитать. Свиток. Так. Потом сюда. На. Вот так. Там ничего нет. Блин, блин, блин. Нечего взять. Каторжника сожрали. У каторжника. Он что, в него либо? Там ничего нет. Так, все, мухи мы. Из этого не выйдет. Там ничего хорошего. С Вельзевулом. Мух. Повелитель мух. С мухами мы разобрались. Где-то тут должны быть охотники на драконов. Хоть... Блин. Не дай бог, падал ты, помер. Да, мне кажется, помер, он дубина от него лежит. Так. Вот они здесь должны сидеть, а так-то по идее. Там ничего. А ты, говорит, косой, нырять умеешь? Это в такой-то холод. Вот сейчас туда в прорубь-то сам от вас вернусь. Нифига себе. Вот тебе и здрасте, мордасте. Нечего взять. Оказывается, и ледяные волки для там меня ничего тоже нет. Опасны. Так. Ну давайте. У меня пока есть что пить. Ну еще две. Охренеть, они долбят меня. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так. Что случилось? Пардон. Пердон. Так, это мы все, конечно, берем. Это все нам очень надо. Ну давай. Нету ничего. Блин. Ну и ладно. Хотя в патче может там быть что-нибудь. Сейчас ты получишь. Вот ни хрена себе. Пока выходите. Так.
Ага, еще я не сразу их. Вау, там кроватка есть. Ладно. Так. Берем. Берем. Тяжелый суп. Что тут у вас есть? Зелья, таблички, все разбросано. Господи, что за беспорядок? Как так можно? Горный хрусталь, ледяной кварц. Так. Посмотрим, что у меня по времени. 10. Спать до обеда. До полудня, вот. Вот сразу контрастность появилась. Сразу видно, полудень. Полудень, как правильно. И сейчас. Так, вот они, ящеры. Первый признак того, что тут люди ящеры. Вот как-то связано с орком, нет, никак представить не могу. Разные расы все-таки. Так, а с них я не могу, да, трофеи ничего взять? Мне надо как-то драконов научиться разделать, а это только вот драконоборцев могу выучить. Если правильно их назвал. Или охотники за драконами, то уж точно правильно будет. Драконоборцы, я, кстати, не знаю, правильно это будет, нет? Это так-то оно так будет. Так. Ну и к дракону мы пока тоже не очень-то хотим идти. Так. Ледяной голем. Смотрим. Их две штуки целых. Блин. Да пипец. Ты чё, падла? Стой. Ну-ка. У меня же есть огненная хрень какая-то. Сейчас мы попробуем. Огненная стрела, если я не ошибаюсь. Так, пока на меня внимания не обращай. Вау, огненный шар. Только подожди, до него мы еще не дошли. Сон. Так, среднее ранение. Свет, огненный шар, ледяная волна, ледяное копье, ледяной блок, ледяная стрела. Это вообще не для вас, огненный дождь тоже. Вот огненная стрела. Это я не понял. Нет, какая-то вообще не то. Будем пробовать сейчас, тогда ближе подойдем и с мечом. Вот так вот. Скукситься. Просто мне сейчас уже стало интересно, как их долбить-то. Вот по-быстрому-то.
Ага, сейчас он мне морду нахренатит, они вдвоем-то мне. Так, мне нужен помощник. Мне нужен помощник. Где мне его взять? Тут где-то скелетов видел. Вызов демона, голема, вызов скелета. Вот. Тихо. Вот так. Вот мне помощник и пригодился. Там ничего нет. Пойдем. Нас ждут великие дела. Да тихо ты. Вот так. Что-то я не понял, почему ты-то... Тебя что-то прилетело? Блин. Чук такую штучку какую-то. Он сверкает. Блин, этих големов еще надо будет подбить. Ой, только, блин, если огненная стрела их не берет, чем даже долбить-то тогда? На. Вот так. Блуждающий огонек, мне что-то видимо. Из этого не выйдет ничего хорошего. Навредить может как-то. Так. Теперь давайте будем посмотреть, как с этим големом можно разобраться. Блин. Да иди-ка ты нахрен. Со своими сосульками. Давай. Вот так. Подождал немного. Нечего взять. И захреначил. Сейчас минутку. Вот еще один. Бегать надо. На. Два. Ух ты, попал. Так. Как вы понимаете, это не единственный голем, это так. Разминочка. Все. Ладно, надо идти отсюда туда. А то я сейчас дам волю чувству. И что я заметил? Так, убираем отсюда. Идем, где у меня? Так. Лечение легких ранений. Вот. Оп. И еще разок давайте.
Вот так. Нормально, сойдет. Эту магию вообще что-то не пользовался. Все на свои кулаки, надежда. Только на них. Ну, сейчас здесь берег зачистим. Палка от гоблина, который упал, который не хотел мне достаться, блин, как жертва. На. Да, блин, иди ты. Пень. Сейчас я дойду до тебя сам. Там ничего нет. На. Так. Минутку одного оставлю, чтобы миссию взять. Из этого не... Это, не дай бог, миссия сгорит у меня. А ее там хоп и получить можно. Каторжники, давайте. Стой! Кто идет? Ты пришел не за тем, чтобы отправить меня назад. Я должен разочаровать тебя. Я... А я тебя так украсть сначала. Что ты делаешь? Идиотский вопрос. Я не вернусь назад в шахту. Да я тебя не собирался вообще-то. Ты избежавший кат. Какой ты проницательный. А почему еще по-твоему? Твое жаркое так и... Не трогай! Эй, ты! Не трогай! Эх, украсть. Теперь. Да что с тобой? Ты еще спрашиваешь? Эти чертовы луркеры за... Сначала их было всего. Теперь я не знаю, как... Все. Ты пытался... Я что, по-твоему, из ума выжил? Стоит мне почувствовать их запах, если тебе так хочется, чтобы с тебя... Что ты мне дашь, если... Ну, я был бы не прочь, чтобы эти луркеры... Я нашел кусок ру... Я отдам тебе... Хорошо. Давай. Мне последнего луркера остался. А, вот еще двое. На. Второй. Померли. Из этого не выйдет, блин, ничего хорошего. Я же вас убивал. Что ж вы как-то неправильно воскресли. Так, тут даже кроватка есть. Только я не знаю, вот эти мне нужны, нет? Живые-то. На. Ну понял. Вот так. Я прям истребитель. Всех истребил. Ну давай. Луркеры в бой. Отлично. Вот то, что я обещал. Молодец. Ты забудь об этом, парень. Если меня... Так, а если тебя не поймать, я здесь сожрут нахрен. Сгниешь здесь. Идиотинушка. Ну ладно, это уж не мои проблемы. Едем дальше. Он сказал обогнуть. Обогнуть, кстати, он имел в виду, по реке можно плыть. То есть там в реку падаешь сначала сразу и плывешь. Вот так. Плывем. Обезопасили себе место. Я даже не знаю, я еще даже ничего такого-то я не продавал. Нечего. Боюсь взять. Продать от них что-нибудь. Из этого не продашь, не а оно где-нибудь. Опа, к миссии нужно. Так, вот. Какие-то охотники или что это? Кто это? А внизу гоблины, которых надо будет убить. Стой! Не шагу. О, нет проблем.
Еще один маленький ягненок. Но теперь я вижу, что ты не один. Так, кошелек. А ты похож на охотника, который не знает, куда деваться. Поэтому я стою здесь и занимаюсь тем. Мне жаль, впрочем, моего. Садись ближе. Погреемся, так. Ты бывший каторжник из-за барьера? Нет, 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 чего ты? Кто-то сказал мне, что здесь лучшие охотничьи угодья. Райские угодья, если ты понимаешь, что я имею в виду. Но единственное, что можно заработать здесь, после того, как появились чертовы орки, это удар топором. И я позволил... Я знаю. Ну ладно, я понял, что ты обманул. Но мне... Ну да. Я думаю, мне не на что жаловаться. Похоже, они не осмеливаются приближаться к воде. А. Почему тебе жаль? Тебе... Потому что он просто пошел за мной. И вот мы попали в эту передрягу. А на кого ты охотишься у реки? Что за вопрос? Этих тварей нелегко завать. Иногда также я на... Ну я понял про что ты. Ты можешь, внучь? Понимаю. Что ты хочешь? У тебя ничего нет поесть, кроме... Я посмотрю. Вот. У тебя действительно есть сыр. Чему ты можешь... Я разочарую тебя. Ну ладно. Кошелек сначала. Конечно, это мой опыт. Как дела? Парши. Как это может быть хорошего, если ты чмырь? А ты... Да, конечно. Сначала мне нужно прорубить себе дорогу. Что может быть, Лев? Я же пришел. Ты хочешь сказать мне, что ты только... Ну, в общем... Значит, тебе повезло? Пока вокруг... Как... Охота! Понятненько. Теперь я не знаю, вот они претендуют, нет, на этот сундук? Давайте-ка посмотрим, сохранимся. Так, минутку. Сохранимся и посмотрим. Претендуют они на этот сундук или нет? Нет. А у него в сундуке сыр был. Вот вам и квест на месте. Так. Так, теперь здесь собираем все. А есть такой еще у них квест гоблинов убить. Да тихо вы. Нет. Тихо. Да я сам сейчас их перехреначу. Получай, вот так. Грязная тварь. Впервые за мной ты прыгнул сюда. Так что, спасибо, что спас. Чё? Так, а у них в пещере кто-то есть? Нет? Вот. Из этого не выйдет ничего получай, хорошего. Получай, грязная тварь! Так. На. Кто тут? Ну тут так подсобрать. Так, если Торбин сдохнет, там это будет нет. Не очень хорошо. Это будет вообще нехорошо. А забраться можете вот посюда, вот так вот, оп-оп-оп, обратно. Только вот он не забрался. Еще ты пожалеешь об этом. Ну извини. Блин. Да тихо вы. На. Подожди, я у тебя заберу все. Извини, но... Кстати, была миссия, вот там это. Захреначить так.
Получай, грязная тварь. Все. Так. Подожди минутку. Вот этого забери. Ну, не знаю, живет он, нет, конечно, но, блин, охранники оживали. Я их старательно убивал, а они старательно там ничего оживали. Нет. Так, забираем все. Разговариваем с паладином. Стой во имя Иноса. Расслабься. Мы работаем на одного хозяина. С каких это пор, лорд Хаггинс? Так, сначала кошелек, это естественно. Я должен доставить лорду Хагену до... Тогда ты не должен терять времени. Ты думаешь, ты сможешь найти здесь драконью чешуйку? Попробуй добраться до замка. Он должен узнать, что ты выполняешь задание лорда Хагена. Как... Я держу... Маркос. Так, дверь закрыли. Это чтоб он не видел. Все, так, это забрали. Тут у нас еще что осталось? Свиток. Блин. Вот первое, кстати, с ящиками руды тоже задание будет, что собрать, узнать, как обстановка. Опа. Нет, смотрите-ка, он не встает. Ну, трус вонючий. Ладно. Ну, охотники есть, охотники. Они должны рисковать. Пойдем. На. Так. Элитный орк. Так. Все. На. Ближе. Вот так. По пещерам лазить сейчас мы не будем. Прорвемся в замок. Ну давай. Вот так. Мы по низу пойдем. Я просто боюсь на шаманов нарваться. Тихо. Я прям слышу, как за нами бегут. Блин, у нас выбора нет. Наверх. Да сейчас. Вот так. На. Получай. Что-то их мало тут. Залазим.
Я знал, что кому-нибудь это удастся. Ты прошел через проход? Нет, ваш посланник не смог пересечь проход. Но командующий Гаронт наверняка захочет поговорить с тобой. Где я могу навести снаряжение? Распоряжается оружием. А что насчет магии? У нас есть свитки с заклинаниями. Кошелек, да, сюда? Кто здесь может научить? Спроси Кералота. Он обучает парней обращению с мечом. Да мне вообще-то... Покажи. Давай, свитки свои. Смотрим. Ледяной блок. Молния. А, вызов волка. Ну давай, что у меня вот это? Защита от огня. Ну и все. Так. Оруженосец. Сундук. Сундук мечей. Это там и было-то. Да нет. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Эй, давайте с ударом поговорим. У него там с арбалетом вроде миссия. Сюда. Тогда, наверное, я должен радоваться, что... Не стоит трепаться попусту. Эй, ты! Подожди. Как некоторые из наших парней посвящают себя... Это неопределенность. Все, на этом все. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Пока. Меня тут все радуют.